Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас сегодня на обзоре монетки из 300 монеток, которые лежали у меня в заначке. Вот, перебираем их все вместе с вами, смотрим, что же там есть ценного. Здесь у нас сегодня монетки, первых будут наши на обзоре, это монетки Австралия. Тут Австралия, здесь у нас 1 цент. Вот такая вот у нас красивая монетка. Во время проведения Елизаветы II. Бронза. Вот у нас гладкий. Австралия. Год 1984. Так, сейчас посмотрим, что же у нас здесь по каталогу. 84-й год у нас по каталогу стоит почти 8 гривен. Так что вот такая вот монетка с таким изображением зверьком. Стоимостью 8 гривен. Следующая монетка тоже 1 цент. Вот Австралия. Год 76-й. Цена почти 5 гривен. Следующее у нас уже более таком худшем состоянии, но думаю, что можно отмыть. Вот у нас уже какой 71-й походу, 71-й год, у нас стоит больше 5 гривен. Кому будет интересно, все монетки продаются в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании. Следующая наша монетка, то есть не по номиналу, это 5 центов. Тоже Австралия. Вот таким изображением утконоса или не знаю каким там изображением кого-то. Австралия, Елизавета II, 1980 год, по каталогу стоит выше 7 гривен. Следующий у нас 5 копеек, это у нас тоже Австралия, Елизавета II, 1988 года. Цена по каталогу 5 гривен. Такая вот монетка красивая. Так что, кому интересно, можете заказать себе, привезти мне в группе в Фейсбуке. 10 центов. Медный никелевый сплав монетки. Вот. Елизавета II, Австралия, 76-й год. Цена почти 10 гривен. Вот у нас изображение птицы. Павлина, наверное, или нет. Ну, это надо изучать. Так, и последняя монетка с Австралии. Тоже такая симпатичная. С, вот утконосом. Такой вот у нас 20 центов. Медный никелевый сплав монетки. Лорд Гладкий, Австралия, Елизавета II, 78-й год, каталожный номер почти, каталожная цена почти 8 гривен. Такая у нас монетка. Вот, по сравнению с ними, она самая большая. Следующие к вашему обзору представляются монетки Гонконга. Они у меня здесь попали всего лишь 2 штучки. Сейчас их вместе с вами посмотрим, что же здесь у нас интересного. Сама монетка по себе такая вот интересная, нестандартный, как говорится, нестандартная сама монетка. Вот, Гонконг. Изображение, я так понимаю, наверное, лилии. Вот. Может нет, может ошибаюсь. Вот, каталожная цена ее выше 7 гривен, 90. 4-й год, это 20 центов, ну, сами понимаете, видно на этом. Следующая наша монетка с Гонконга, более такая старая, более такая, на мой взгляд, интересная. Вот, это у нас Гонконг, 10 центов, 49-го года, правление Георгия VI. Самое интересное, такой вот у него интересный гурт давленный, и изображение Георгия 6-го. Король, кинг, Георгий.
The Sixteen. Как монетка. Интересненькая. Патина нитка интересная. Ну, я думаю, кому-то в коллекции очень интересно будет. Так, следующие наши монетки. Это у нас монетка Новая Зеландия. 5 центов. 1967 год. Вот. Материал у нас уже медный никелевый сплав. Тоже Елизавета II. Нью-Зеланд. Цена по каталогу 11 гривен. Данной монетки. С таким изображением у нас вот дракон Комодо. На острове там у них. Такая вот интересная, симпатичная монетка. Кому будет интересно, в группе в Фейсбуке. Следующая наша монетка. Это у нас скид на Карибские Штаты. 1 цент. 1989 лик. 7 гривен. Каталожная цена. Тоже монетка у нас алюминиевая. Повелители из Елизавета II. Такая вот интересная монетка. И стандартным, как говорится, размерами. Форма круглая с выдуманными хвилями. Такая вот монеточка у нас. Следующая наша монетка, которая попала к нам при разборе, это Финляндия. 10 пенни, 91 год. Вот у нас тут такое изображение. Или сот, или... Или атомы. Не знаю точно. Так, материал у нас медно-никелевый сплав. Здесь у нас изображена цветочек. Лаванда, я так понимаю. Той ландыш, извиняюсь. Суоми, Финланд. 1995. Каталожная цена недорогая, почти чуть выше 3 гривен. И последняя монетка на сегодня. Тоже такая вот интересная. Вот. Это у нас монетка ЮАР, 5 центов, 96 год. Видно. Африка Зонга. Сталь с медным покрытием. Борт у нас гладкий. Вот. Каталожная цена данной монетки почти 4 гривны. Цена небольшая, монетка прикольная. Тут есть некоторые нюансы, но можно все почистить. На этом будем заканчивать наше видео. Всем, кто не подписался, подписывайся. Кому интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч на моем YouTube-канале. Не забывайте, все монетки будут выставлены в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Всем пока.